трепешется крыльями. Просит отца, маленько поклевал, только воды напился, сейчас должен подойти давать ему. Он клюет ему, чтобы нос попал. Вот начинает отрыгивать ему. Это я в доме наблюдаю у себя. Дикари, сизари. Вот он опять рядом пшеница. Семечки он поклевал. Ему маленько отдал, попил. Но он машет крыльями, еще хочет. Мало дал. Это теперь утренний мацион. Крылья тренирует. Утром рано, гимнастика. Кошка потягается и голый. Вот сколько время машет. О, да как машет. Мы на кухне, я из кухни снимаю. Там бумагу загнуло. Этот голодный. Его надо после ночной. Он начинает с пола что-то собирать. А там еще и нету. Так, для видимости. А тот топорщится через эти бруски. Это отец. Мать совершенно не смотрит на него. На прогулку выпустила ее сейчас она. Даже, ну, не, как будто это не ее детище. Это как машина выпускает. Опять села. А отец вот один теперь поправляется. Да ладно, один голубенок, а если два, то... На днях сразу четыре голубенка погибло. Она что-то, не знаю, ослабела. А голубята начали выводиться, скорлупу продолбили, все. А она слетела, и никто не видел, что она слетела, обратно залететь не может на улице. Белая, породистая, слабая. Но не мог понять, как так могла бросить. Опять тазик, воды попил. Ему надо срочно кормить его. Сзаду заходит, интересно. А тут ему ничего не удастся. Щешет голову ему. А он подтягивается, чтобы в рот взял его. Вот не может поймать. Ему надо попасть в середину рта. И раскрыть, и вот этот, что там попадет теперь. Все, оправился, отошел. Видимо, чувствует, что у него запас маловатый. Клевать начинает. А этот опять остался один. К воде поближе. Вот он. Мое рабочее место, стул. Вот я сижу здесь. Сегодня поудивлялся, скинули какой-то там Максимов. Сидит косноязычный такой, священник. Обо мне спросили. Ну, хотя бы зашел 10 500 роликов. Нет, ему не надо. А его собратья, что сказали? Ну, сказали, ну, неужели биографию брать надо о Христе, у фарисеев ходить? Нет. И главное, самые негодные, которые сказали, что которые не были ни разу, не встречались, не знают, и его сразу. И он сразу берет их и все цитирует. Ну вот видите, вот какой тот, видите. Он не смотрит ни на отзывы архиереев, какие там, где встречались. Нет, это ничего, но главное это в алтаре поднимает руки, молится, а дух лжи обуревает все. Ну почему тебе дух-то не сказал? У тебя вчера с одной беседовал здесь с Юлей. Нормальная, хорошая, прекрасная женщина. Я не знаю, на молитве сразу Господь показывает, случилась с ней беда. Я знать не знаю ничего. Я сразу вижу, огромная страшная беда, она уходит из православия. Это молится, им ничего не говорит никто. Они лазят где-то, да, и такая интонация, бубнит, ничего нельзя поднять. И они не понимают, как вот юродивые какие-то. Отметка православия, шкала, как говорят, а имидж сегодня, ниже не была никогда. Даже во время, когда гонение, до гонения, наоборот, церковь высоко стояла. А то не спросили, начинают дулевища разных собирать, которые самые злобные, так называемые миссионерские отделы. Жестокосердные, с деревянными или с ржавленными сердцами.
зашел, спросил бы или что-то. Нет, ему это не надо. Лжецы. И он ложь распространяет. И отсюда явно, что суда Божия не ждут, не верят. Как же так? А вот это где-то ничего нет. Вот Томская епархия, ну там сидят такие же клеветники, лжецы. Это все патриархийные. Всегда говорю, тройная ложь везде. В взаимоотношениях с друг другом, с властями, везде лицемерие и зависть. Лопаются от зависти. Я знать его не знаю даже, но видел как-то, посмотрел, что-то бубнит, сидит какой-то, ну явно прям косноязычный. Что-то губы не шевелятся, такая физиономия. Ну даже на себя в зеркало глянул бы и замолк. Ты, может быть, годен где-то, но видно, что не работает нигде больше. А это вот он показал, такая-то вот епархия, то сказали против, а я такой же, примите. Ни стыда, ничего нету. Ни одного слова правильного нету. Повторяю, 10 500 роликов. Люди, которые обратились, благодарности там из сектантов, ему ничего не надо, нет. Он только криком кричит, я свой, меня не выгоняйте, кормушка для меня жизнь. Ну ж я знаю о чем. Какие-то попы пузатые, толстоморды, это вот как карикатура какая-то. Нургалиев разогнал пузатых милиционеров, так и говорится. Пузатые. Это такие же, как пузыри какие-то. Патриарх говорит, север и восток потеряны уже. Все везде работает. Прямо выталкивают людей из православия. Люди подходить не хотят. Я тоже верил, но посмотрел на попов, ужас какой-то. Деньги, деньги, деньги. На машинах давят людей где-то, и он ничего не видит. Подслеповато смотрит, моргает, и откуда взялись-то? Такое ответственное время, и вот заходит, врагов ищет, ему показать, что он тоже боец. Ну какой боец-то, как говорится, соплей пришибет тебе младенец. Что они едят, чем питаются, от чего они такие пузатые? Ну прямо в физиономии такие смотришь. Я ничего не хочу сказать, то, что вижу. Это сегодня ночью мне подкинули, я сказать, вот о вас он говорит. Заголовок, о Игнатии Лапкине. А ни разу не встречался. Даже в милиции, где бываешь, а можно к вам общину прийти, там спрашивают, то пожалуйста. Этот может прийти, пожалуйста. Нет, ему это не надо. Не надо, там Новосибирский сказал, с иконой стоит какой-то. Ударцев Евгений, прилепили его. Стоит хитро так это смотрит, и ни одного положительного отзыва о нем даже нет в интернете. Ни одного, а все. Фальшь одна. Мне-то нисколько от этого не вредит. Нет, у меня своя работа. Все, но никому не нужен. И вот вякает на развалинах. Уже ничего нету нигде. Только собирается что-то там в верхах, в низах, а ничего нету. Люди идут не по одному, не по два пачками. Речь идет о миллионах ушедших в сектанты, в ереси. А он продолжает новых врагов клепать, искать. Это сегодня ночью, вот сегодня 13 апреля 2018 года. Мне скинули материал. Посмотрел Пархоменко. Я никогда не знал, Константин говорит. Или на дне выйди, храмы, идет по городу, какой высоты храм, вот не знаю какой, 45 или 48 высоты. Придурками зовут люди-то вас все, как вам не стыдно? Посмотри, как идут этих, запретили свидетели Иеговы, правильной сторожевой башни свидетели. У них приобретение непрерывное, об этом Дворкин говорит. Самое быстро распространяющееся, все работают, здесь никого нету. Ни в церкви не учат, ничего нету. Вот сегодня поставил этот ролик ночью. Ну, посмотрите, там это, Долбнёва Юлия говорит. Её вытолкали буквально то, а теперь попробуй ее приобрети обратно. Златоуст говорит, одна душа погибнет по твоей небрежности, тебе всей жизни, о, священник, не хватит. Не хватит. Ну, положительно, ни одного отзыва нету было о патриархийных, а патриархи там вообще за все эти часы, за табак, за все только. Как будто вот банда какая-то на... Патриарх Алексей II говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Значит, он не такой был. Бандитами назвал. А, патриарх все замолк. Я повторяю слова патриарха Алексея II, Ридигера, Дроздова. Это тоже патриарх. Ну, мог бы как-то эту шошу-то и рошу разогнать-то? Нет, никого. Венчать венцы не надевает. Рукополагают там 17-летних буквально, хотя канон... 6-й Вселенский собор, 14-15 правила говорят, не раньше 30 лет. Правила поправили все. И прямо выходит вот этот Пархоменко, издевается.
Ну, книга правил, каноны, написано, женщина в нечистоте не должна приближаться. Нет, идите, Бог очистил. То есть тянут самую грязь, гнусная, зловонная, все в церковь толкут. Лишь бы пришла, лишь бы купила свечку, лишь бы ему в рот что-то положила. Какое страшное время переживаем. Государство буквально сгнивает от взяточников, коррупционеров, и попы поддерживают во всем, все везде. Поддакивают. Богу-то никакого отношения это не имеет, что они делают. Я вот наблюдаю за природными, какие это правда, они ничем не занимаются. Нигде, по часами или за столом круглые сидят там. На любой вопрос отвечают, и ролики называют «Мощный ответ». У Ткачева я считаю. Название роликов-то, наверное, он дает. Вот у меня название. Все беру из Священного Писания. То есть они не знают Библии. Зачем мощное? Ой, такое сильное, самые сильные ответы. Это чтобы люди приходили, смотрели, а люди суются, а там ничего нету. То есть это узнали. Ну, неверующие. Каких бандитов напринимали в церковь? Только хочется афиши подставить и написать «Патриарх Алексей II». Каких бандитов? Я показывал, где это. В церковных ведомостях написано. Страница, год. Вот он у меня головок, да. Головку его трогает. Это его детище. Заходит сзади, а он сзади не может его взять. Это его голову целует. Клювом целует. Непрерывно. А вот поднимает теперь, чтобы захватил его за носик. Это вот только сегодня, за ночь. Вчера мы час 49 беседовали с Юлией. Сколько у нее всего накопилось. Она смотреть не может на это православие. А еретиков куча, сразу ее подхватили и все. Теперь уговариваю, показываю, смотри. Попам она не нужна. Ни одна, миллионы из-за вас погибли. Погибли. И несмотря на это, люди еще ходят в церковь. А хо ходят, а старухи, до которой ничего не знают. Один сектантишка их сотню забьет. Тянется, чтобы он взял за клюв и накормил. Никак не получается покормить. Целует, главное, еще не дает. Он не может его захватить за клюв. И клюв большой. Не то, что у этих, у породистых, короткий клюв, они не могут даже кормить. Выкармливают под таких длинноклювов, подкладывают яйца. Смотрит. Она за льв вылетела, на двух яйцах сидит. И минуты не дает покоя. Вот он полетел. Так и не накормил его. Он вернется, наверное, еще. А это сидит один. Все, пока.